Степа! Ну если ты думаешь, что вот это поможет нам найти выход из ситуации, ты очень сильно ошибаешься. Степа! Ты сейчас стенку проломишь, успокойся! Так, ладно, мы тут уже сидим минут 20 и не можем никак придумать. Бомжара, ну ты же должен помнить, куда сказал вот этот вампир то, что отведет Леночку Ветрянкину, бабку Ёшку, Титикаку и Геночку вот этого Петровича. Он сказал то, что их отправил куда-то летать. Но я в душе не чаю, где в нашем городе можно научиться летать. Он не сказал точное место, он просто сказал, что будет учить их летать. Слушайте, ну хотя бы есть у кого-то какие-то идеи минимальные, мелкие, куда он их мог отвезти и научить их летать? Возле мэрии же есть небольшой аэропорт, да? Может там? Кстати, да, бомжара, это же твой аэропорт, вот эта взлетная полоса мэрии. Так, Сёпа, хватит вот эту бошку об стенку чесать, давай развернулся и побежали тогда в мэрию, получается. Там же у тебя стоит вот этот самолет. Там же реально у тебя самолет стоит. А может он их похитить хочет? Он их затащит в самолет и просто улетит куда-то с ними. Так. Это реально зацепка, хоть небольшая, но все же и зацепка. Так, забирайте Степу этого и побежали на взлетную полосу. Если они не угнали вот этот самолет, значит все же они еще до сих пор находятся в этом городе. Все, давайте за мной и не отставайте. А я вообще не понимаю, что он выпендривается. Он нам сказал притащить сокровище. Сокровище мы притащили, это сокровище у нас в карманах. Ну да, мы не успели за 20 минут, мы успели за 40 минут. Но все же как бы сокровище мы с вами вернули, получается. Как вы задолбали уже, вы себе даже не представляете. Слушайте, тиктокеры вампирки, ну вы понимаете, что вообще в этом городе происходит? Ваш босс, граф Дракула, наших друзей похитил, а вы третью серию подряд тикток свой странный здесь записываете? Да я эту вашу камеру сейчас вам в одно место засуну! Так, стоп, 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 кровосиси, я знаю то, что в вашем вот этом вампир-хаусе тикток, это самое главное, что у вас в жизни, но подождите, Степа, а у тебя же остались вот эти еще воздушные шарики из предыдущей серии, то, что ты у бабульки в этом сундуке нашел, а? Ну, и еще пару штук осталось, да. Ага. Замечательно. Слушайте, вот эти комары-кровопийцы, у меня для вас есть идея для ТикТока. 10 миллионов просмотров за один день в ТикТоке. Хотите? Да, конечно, хотите, вампирюги. Ну тогда, господа, свои сракостанции на улицу туда вытащили. Давайте быстренько все туда побежали. Я сейчас ваш вот этот тиктокерский хаус к чертовой бабушке закрою. Так, смотрите, что мы сейчас делаем. Я в первую очередь беру, устанавливаю сюда вашу камеру. Степа, выбрось им, пожалуйста, по несколько вот этих поводков. Ага, одному и другому. Степа прямо сейчас выбрасывает вам по несколько огромных воздушных шариков. Каждый из вас их подхватывает примерно по 3-4 штуки и улетает в стратосферу туда. Вы главное шарики не отпускайте, потому что тогда ролик не получится и миллион просмотров он не соберет. Все понятно? Степушка, приступай! Давай, ловите, по 3, по 4 штуки ловите. Ловите, не упускайте, да, еще один. И полетел, первая вот эта кровосися космонавт отправляется на орбиту Марса. Второй тоже полетел, ролик идет, съемка, мотор, камера, остановка, пауза. Все идет, главное не отпускайте шарики. Чем выше вы взлетите, тем больнее потом падать. Так. Ну, вроде от вампиров-тиктокеров мы с вами вот это избавились. С камеру я заберу себе, она мне точно пригодится. Все, не отпускайте! Главное, пока они вот это случайно не кокнулись вот это с неба, отправляемся быстро на вот эту посадочную полосу на аэродром. Возможно, Дракула до сих пор находится там. Мелкий, ты садишься со мной, давай сзади меня. Степа и бомжара на один вот этот мотоцикл садитесь. Погнали, встречаемся возле аэропорта. А, так... Вот сюда,
наша парковочка. Оставляем мотоциклы вот здесь. Все, мелкий, давай слезай оттуда. Так, самолеты, самолеты, посадочная полоса. Раз самолет и два самолет. Шибомжара, у тебя же здесь всегда два самолета, да, было вот этих? Так значит, не здесь? Значит, не здесь он не хочет учить вот это летать, не на посадочной полосе? Ну, конечно, а зачем вообще графу Дракуле в самолеты тащить вот этих бабку Ёшку и Лену Ветрянку? Ну, это же как-то, это тупость какая-то получается, да? А кто в самолет за... Кто в самолете? Мелкий! Да ёшкины ты, картошки, ну вы будете когда-то вот это за ребенком следите? Ну следите за ребенком, ну ему вот дай только игрушку, поставь перед носом, он сразу же ее заберет. Мелкий, спустись, пожалуйста! Так, Степа! Иди сюда за мной, иди сюда за мной! Короче, садись в самолет и догоняй мелкого, чтобы спустило его с неба сюда обратно на землю. Да ты что, да я максимум в GTA 5 летать умею, а не то, что в реальной жизни! Степа! Да там вот это, там все просто на самом деле. Вперед педаль нажимаешь, назад отпускаешь и полетел. Главное, смотри, близко к земле не приближаешься, а то взорвешься к чертовой бабушке. Все, давай в самолет залезай. Если я не выживу, заберите мою заначку из-под матраса, чтобы Ритка первая не нашла. Заначка под матрасом, я запомнил. Степа, давай. Мелкого на землю спусти! Ну, Стёпе, земля ему пуховик, да. Лучше бы он дальше продолжал в GTA 5 на самолетах летать, а не в реальной жизни. Так, пошли за мелким, бомжара! Мелкий! Ну ты вниз! Просто вниз, опусти ты этот рычаг, господи, ты помилуй, ну зачем ты вообще садишься туда, чем ты не умеешь вот это управлять, бомжара, ты сюда, давай за мной иди, не вот это, не отставай, лети в эту сторону, на футбольное поле, мы тебя там будем ждать, давай, вот туда, вот туда, вот. О, подорой, Степа, ты выжил? Мужики, заначку не трогайте! Да, конечно, мы трогать не будем, и Ритке тоже не скажем, потому что у тебя заначка под матрасом вот этим находится. Все, давай вот сюда! Мелкий, стрелочка! Там огромная стрелочка вниз! Ты просто на нее нажми и приземляйся! Если в самолете есть парашют... Он что, тоже кокнулся, как Степа? Так, все на гору побежали! Вы как будто все думаете, то, что у нас проблем же, да, в жизни нет? Не, вампир всего лишь похитил жену вот этого бомжару, бабку Ёшку, нет. Конечно, давайте мы сядем в самолет и полетаем над городом, три раза в дом куда-то там врежемся. Да, мне... Конечно, жив, еще бы ты не выжил после падения с самолета. Все нормально, цел, ничего не сломал, царапин нет. Ну, кроме сотрясения головы, которое у тебя было, наверное, до того, как ты сел в самолет, мелкий. Ну, ты думай башкой, что ты делаешь, а? Так, ладно. Слушайте, а так, кстати, это даже хорошо то, что мы с вами здесь оказались. Мы находимся прямо сейчас на горе. А с этой горы как раз-таки много чего интересного можно увидеть. Высматривайте. Смотрите вдаль. Может, кого-то увидите, если, конечно, уже не поздно, если, конечно, вот этот граф Дракула куда-то уже далеко-далеко не увел бабульку и вот эту Лену Ветрянкину. Кто-то что-то видит или нет, а? Я что-то на самом деле нифига... А вот это вы слышите? У кого Новый год в середине лета? Кто фейерверки запускает? Рикардо! Это ты? А чё Рикардо-то тут делает? Господи, ты помилуй. Так, давайте иди сюда. Слушай, Рикардо, нам как раз-таки нужна твоя помощь. Сюда подойди давай быстренько ко мне. Давайте все за мной сюда спускайтесь. Рикардо, сюда подойди. Нам нужно найти вот эту бабку Ёшку и Леночку Ветрянкину. Сюда подойди. Сюда ко мне подойди, чё ты от меня уходишь? Сюда. Ко мне. Ногами вперед, а не назад. Рикардо.
В эту сторону побед... Да чё все башкой-то стукнулись в этой-то серии? Да куда ты от нас убегаешь, Дуримонда Петровна? Ты куда в магазин к нам? Я еще не понимаю, что происходит, честно, вот в этой жизни. Чё он от нас хочет? Рикардо, ты чё в магазин пришёл-то? Да... В доме! В помещении фейерверки запускать рикардо! Ёшкины ты картошку, ты с ума сошел, а? Поздравляю! Мои поздравления! Поздравления с чем? С тем, что мы сейчас оглохли все от этих фейерверков! С чем ты меня поздравляешь? Да нет! Я вас поздравляю, потому что уже 200! Что 200? Рикардо, половина города, люди пропадают, что 200? Юбилей! 200 серий жизни ютубера! Кстати, да, если кто-то вдруг не знал вот этот Стёпа Вамжара, предыдущая серия жизни ютубера, она была юбилейной. 200-я, это уже вот это 201-я серия. Ну ты как-то с запозданием нас поздравил, вот этот Рикардо. Пошли спасать вот этот бабку Ёшку Елену Ветрянкину. Идите за мной. Рикардо, походу, что-то знает. Так, давайте за ним на второй этаж. Чё за тобой, Рикардо? Вот тут, включай. Я сделал то, что ты просил. Что я просил сделать? Чё? Ну, я же как бы твой менеджер, я смонтировал то видео, что ты просил. Ребят, я забыл это сказать, Рикардо, с этого дня мой менеджер, он будет монтировать мои ролики, потому что я в этой жизни ни черта не успеваю. Я своих друзей чаще вот это спасаю из всякой беды, чем ролики на канал вот это выкладываю. Вот этот Рикардо с этого дня мой менеджер, он за меня отвечает, потому что я не успеваю все свои вот эти дела делать. Твой менеджер? А про лучшего друга ты случайно не забыл? Стёпа! Мне нужен был человек, который умеет монтировать ролики. Ты-то тут при чем, старый вот этот пердак? Тебе 60 лет скоро, ты даже не знаешь, что такое компьютер. А, ну и ты смонтировал тот ролик, который я тебе просил, да? Ну давай тогда запускай вот эту шайтай-машину, сейчас посмотрим, что вот этот Рикардо там нахимичил. И3, И4, запускай шарманку! Mobile Legends Bang Bang. Самая популярная мобильная моба игра в мире. Битва магов. Стрелков, лучников, убийц. В игре существует более 90 героев. 5 игроков сражаются против 5. Зови своих друзей или находи их во время игры. Если у тебя нет друзей, то можно их там найти, вот. Объединяйся с ними в команду и становитесь победителями на поле битвы. А если ты занимаешься спортом? Ну, киберспортом. И хочешь стать чемпионом, то в Mobile Legends прямо сейчас проходит второй этап турнира. И регистрация на него заканчивается уже 2 августа. Так что поторопись. Как говорится, пришел, увидел, победил. Ссылка на Mobile Legends в описании. Скачивай и побеждай. Слушай, Рикардо, для первого раза очень даже неплохо. Ты где вообще-то кролики научился-то монтировать, а? Ну, я как бы учился у лучших. У тебя. А, ну да, я же тебя научил ролики монтировать. Ну, не надо вот этих всех любезностей, да, Рикардо. Ну, ты молодец, молодец. Зарплату будешь получать еще больше. Молодец, Рикардо, у нас и продавец этого магазина моего мерча. И вот это еще и ролики мне будет монтировать. Молодец вот этот Рикардо. Я бы сделал лучше. Стёпа, ты даже компьютер бы не запустил. Ты не знаешь, на какую кнопку он запускается. Рикардо, нам помощь твоя нужна. Пожалуйста, ты последний человек, который может это знать в этом городе. Где? В городе можно научиться летать. Дракула увел куда-то бабку Ёшку, Титикаку, Геночку и Елену Ветрянкину и сказал бомжаре то, что он их куда-то водит летать. Ничего не понял. А может на вот этом, а может на самом высоком здании в нашем городе? Самое высокое здание в нашем городе? Это какое? Телерадиобашня. Башня! Нашего телевидения, радиобашня, она же самая высокая. Если учиться летать, то, наверное, только оттуда прыгать. Рикардо, я бы тебя расцеловал, но извини, не надо. Вот это ты его можешь расцеловать, Стёпа. Так, все, побежали на вот эту башню. Там моя Леночка, побежали.
Давай, 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 бомжара, все туда, давай, рванули! Если где-то и может быть вот этот граф Дракула с бабкой Ёшкой и с вот этой Еленой, то только на вот этой башне, 100%! Все за мной, давайте, не отставайте! А как на эту башню-то вообще забраться? Вроде, ну через вот это здание 100%. Так, давайте идите вот сюда за мной, ищите проход на крышу. Проход на крышу, а вот этот проход на крышу. Давайте сюда за мной забирайтесь и... Сейчас нужно залезть вот туда, вот наверх. Аккуратно, под ноги смотрите, чтобы сейчас никто не свалился и случайно не пострадал. Граф Дракула, значит, да? Пацаны, забирайтесь, он здесь. Две серии мы тебя искали. А ты на вот это-то, на башню эту забрался. Мы тебе все золото твое притащили, все сокровище, которое нашли в этой бабке Ёшке в ее доме, хижине. Уже слишком поздно. Я вам давал 20 минут. Время вышло. Да в смысле время вышло? Да какая разница, 20 минут или 30 минут? Мы сокровище-то все принесли по... Мужики, вот это сокровище выкидывайте ему, все, что вы за вот это в этих сундуках и натыбзили. Давайте! Мелкий, выбрасывай все, что есть, все золото. Выбрасывай. Степа, ты тоже выбрасывай. Граф Дракула, это все твое. А ты, бабулька, партизанка старая, ты весь сезон молчала и не горела то, что у тебя в третьей башне куча золота было, которое даже не твое, а графа Дракулы. Сыщики чертовы обворовали бабульку! Я же их вроде надежно спрятала, как вы их там нашли? Ну, было сложно, конечно. Мы еще твоего муженька вот этого бывшего, Антошку вот этого нашли. Он, конечно, раскалываться не хотел, но мы с него вот этот свиной супчик сделали. Граф Дракула, деньги у тебя. Отпусти, пожалуйста, бабульку, Леночку. А где, кстати, Титикака и Геннадий Петрович? Ну ладно, с этим мы позже разберемся. Отпусти их! Время вышло. Выбор за тобой. Кто первый полетит с этой башни? Никто не полетит с этой башни. Мы тебе золото все вернули. Ну, значит, полетит бабулька. Бабулька! Ты чё наделал, кровосися, клыкастая?